Можно раскрыть корпус, раскрывается он довольно легко, вот таким вот движением. Мы приходим к аккумулятору, как вы можете здесь видеть, литий-ионный BST39, к сожалению, здесь не видно его емкость. Может быть, нам получится с другой стороны посмотреть. Да, с другой стороны у нас написано 920-900 миллиампер. Вот таким вот образом здесь находится микро SD-карточка, сюда вкладывается SIM-карта, это у нас разъем, где находится динамик. Динамик, я повторю, очень громкий и приятный. Все это вкладывается обратно. И вот таким образом закрывается люфта. И скрипов нет никаких. Все очень хорошо сидит и легко держится в руке, не скользит. В общем, эргономика действительно классная. Удобно держать, экран приятный, большой. Клавиши тоже навигационные, очень приятные.